давайте, привет. Какие размеры вещей в магазине? От S до XL есть. Вот, но я решила, что больше джинсы завозить не буду, не хочу ими заниматься. Вот. Тяжко, именно штаны проблематично. В Абхазию я не могу приехать в Абхазию, так что своим пока украинским паспортом, если я пересечу границу, то я не вернусь в Россию. Вещи по скидкам, но там осталось буквально 5 купальников, рубашка и пару футболок, то есть уже ничего не осталось, что по скидкам. Магазин в Москве, да, на Серпуховской. Как с выбором платье? Ой, девочки, пока не знаю, честно, занята магазином, уже вроде как вчера должна была отложить, пока не знаю, пышное или узкое. Так, еду сейчас к стоматологу, так как у меня болит нерв вот очень сильно здесь и внизу. Моя Настя отправила мне, которая мне делает нервы, к терапевту. А в страны СНГ... можно в Украину, просто я узнавала в Роспочте, и они сказали, что там какая-то сейчас у них загвоздка, очень тяжело делать отправку, поэтому вам просто будет это дорого, даже сама доставка. Федора, но я рада, что мой эфир, к сожалению, не видят. Точно так же, как и мои посты не видят. Вот, я так понимаю, что до сих пор с него поступали и все. У нас просто будет роспись. У вас круглое лицо. Не знаю. Пижаму, я увидела вопрос про пижаму. Спасибо. Помолвочное кольцо вот на пальце у меня. Леночку передаю привет. А почему на такси? А потому что у меня нету в Москве своей машины. Я езжу здесь на каршеринге часто, просто когда я уже опаздываю, и я не знаю, допустим, точку, то я сажусь в такси и еду на такси. Это правая рука, у вас отражение левое. Находка, привет. Спасибо. Без фильтра лицо покажи. Сейчас, вот без фильтра. Пропадаю фильтр. Как мама приедет на свадьбу, если она в Украине, у нее даже паспорта нету. И приедет. Мы стали сейчас без фильтров. Сейчас. Вот. Это без фильтров. А вот с фильтром. Сколько у вас в семье? Чего сколько? У меня брат младший. Привет. Нет, Максим еще болеет до сих пор. Вот дома остался, уже не знаю какой день. Вот кашляет, не знаю, что у него. Нет, я гражданка Украины, зачем? Украинцы отличаются от русских по темпераметру. Если честно, не знаю, как не замечала. Да, у меня младший брат, ему 14 лет. Да, я в Украину пойду одна после росписи и после операции. Найден более быстрый маршрут. Мы живем в квартире Максима. Это его квартира, да.
Макс, идет на ТВ передача про его родителей будет. Вот нам должны утвердить дату. Вроде сказали, что нашли его родителей, его семью, но пока точно ничего не знаем. Как только что-то станет известно, мы вам сообщим. С кем общаешься из сердца трех? С Викой общаюсь. Говорят, на Украине самые классные. Да везде есть классные. Я не грустная, я сонная. Из Украины в Россию проблемно. Если у вас нету никаких оснований, нету родственников, вы не можете находиться на территории России. Нет, на дом 2 нет, спасибо. Вы общаетесь, Ефремин какой? Да, общаемся. А что, Максима родители потерялись? Максим с детского дома, его родители от него отказались. У него было 2 приемных семьи. Почему голод не было на открытии магазина? У Настюхи в этот день вообще-то был переезд. Мы с ней на связи, и как бы прям такового официального открытия не было. Было открытие для вас, для покупателей. То есть, но девочки уже приезжают, меряют магазин. Поэтому, то есть, все нормально. Потихоньку мы запускаемся уже. Сейчас буду давать объявление. Мне нужна девочка-помощница для работы в магазине. То есть, которая будет сидеть там и отвечать на сообщения в директ. Потому что у меня физически на это нет сил. Стремно в прямом эфире в такси. А что, стремно? У вас есть родственники в России? У меня родственников нету. Я приезжала на основаниях в России на операцию. У меня операция в Москве была с ногой связана. Поэтому все мои обследования, операции находятся здесь. Поэтому я официально нахожусь. Вот и все, все просто. Рост 1,77 м. Вес 51-52 сейчас. Макс дома. Максим не поедет в Украину со мной. Кто будет с собаками оставаться? У нас 3 собаки считать. Ты будешь отмечать? Как я буду для независимости отвечать, если буду в России? За Максима радость. Спасибо. Почему не хочешь на дом 2? Я хорошо отношусь к дому 2, но я считаю, что нужно как бы развиваться, идти дальше. Если я просижу еще года 2 без на проекте, я останусь точно без магазина, без денег и без ничего. А почему мама не приедет? Что за бред? Ребят, у моей мамы нету паспорта. В чем проблема? Вот в том проблема. Есть ли смысл идти в Стамбул, если хочу открыть магазин, или лучше 7-й километр? 7-й километр, так, это Одесса. Я была на 7-м километре. Ну, это, как вам сказать, на 7-м километре Китай тот же самый, бюджетный. В Турции другой товар. В Турции очень много тканей, все. Ну, я считаю, не знаю, у меня есть товар отовсюду, но, насколько я помню, одесский товар шел у меня, ну так, средний шел. Но там выбор большой, в принципе, можно что-то найти. Да, Шаронова общаюсь. У нас какие маски сделаешь на лицо? Да, и как... Мне Настя лечит мое лицо, поэтому у меня косметолог, я на нее подписана. Вот, Холли Лэнд, она мне очень много косметики дала. Вот Холли Лэнд мне помогает. И Биодерма, вот эта умывалка, хорошо от прыщей. Так, тяжело было на проекте, такая милая, мне проекта другая. Но на проекте нужно было как бы всегда выгрызать свое место. Дом 2 смотрела только, спасибо. Зачем Насте идти на дом 2? Ну да, там даже, вот если даже с меркантильных целей идти, денег заработать, денег не заработаешь. Если идти с целью даже подписчиков набрать, ты уже подписчиков не наберешь. У нынешних участников подписота не идет, как даже в то время, когда я была на проекте. Почему сестры редактор на тебя так злые? Только из-за того, что нашел? Да, только из-за того, что не пришла на шоу. Но, наверное, не станцевала под чью-то дотку в какой-то момент. Их это сильно расстроило, что
Таня не может успокоиться. Я уже 300 раз говорила: Танечка, дорогая, напиши мне, пожалуйста. Разблокируй меня в соцсетях, если ты хочешь выяснить со мной отношения, то выскажи это, а не через экран просто обливать человека грязью. Вот, почему в лицо это нельзя сказать, в чем проблема? Вот я не понимаю, если есть такие претензии, в лицо скажи, я с радостью пообщаюсь. Настя, подскажи, пожалуйста, если бы ты забеременела, сталкивалась бы с болезнью, какие-то неурядицы, которые выбиваются колеи, все бы стерпела ради будущего рождения ребенка? Конечно. Поверьте, я с моим графиком жизни, дай бог, если буду беременная, я всегда буду, мне кажется, истеричкой. Сколько платишь, чтобы попасть на проект? Да нисколько. С нынешними условиями на проект может, мне кажется, попасть сейчас абсолютно каждый. Но что вам в этом сейчас, вот проблема в том, что вам ничего толком не даст. Ни узнаваемости он уже вам такой не даст. Он не даст вам подписчиков, если вы на это рассчитываете. Он вам не даст денег. Вот все, что, к сожалению, сейчас проект не сможет вам дать. Умывалка Биодерма у меня зеленая была. Там есть разные. Таня задела то, что Максима послушала нее. А Таня мне кто? Мама? У меня есть Максим, мне кажется, логичнее было не приходить на проект, чтобы нас там сталкивались с какими-то бывшими непонятными. Зачем мне нужно в болоте купаться? То есть позориться я не хочу, даже пересекаться. Как ты считаешь, ты меняешься после нашей ссоры? Ты с Максимом помирилась? Мы что, ссорились? Давно было уже. Мы уже после того 300 раз поругались, помирились. Наверное, опаздываю. Настя едет к стоматологу. У Насти в зубах так болят нервы. Что сейчас на проекте совсем не платят денег. Ну, слушайте, и в мои времена особо денег не платили. Я, по-моему, 3 или 4 месяца сидела за 40 тысяч рублей. Потом мне повысили 80, и так 80 я сидела до последнего. Потому что в какой-то момент мне сказали: не хочешь строить там отношения кое с кем, 150 тебе не поставят. Вот так вот был такой у нас разговор. Вот сейчас, насколько я знаю, то, кто из стареньких, они сидят за 100 тысяч. Вот, а там, наверное, новенькие первых 2 месяца им не платят 100%. Там такие условия. Почему не получается набрать миллион? А сейчас тяжело подписчиков набирать. Нужно покупать, скорее всего. Проплачивать рекламу, чтобы приходила подписота. А, я думала, вы же про мою страницу, да? Нормально там... Да нет, у меня проблема в том, что я их съедала, и вот Катя материал подбирала, наверное, с которым вот я буду ходить. Что Рапунцель выгнали? Боже, можно, пожалуйста, в моем эфире никак не соприкасаться с этой фамилией? Спасибо. Как нога? Ну, нога, вот, допустим, вчера могла болеть, потому что устала. Такое тоже было. Есть то, что не нравится Максе больше всего. Да нету такого. Рудакова и Галимова давно расстались, они просто дружат. Ну, с Галей переписывалась, да. Зуб. Вот у меня вот здесь инвалид, он мне отдает глаз, отдает вот в ухо, тянет. Потому что вот эта тянущая, но еще тянущая боль, я сейчас иду к стоматологу. Вот я надеюсь, мне, может, нерв там, я не знаю, что это.
домой в Киев. Да, я дома в Киеве была последний раз в августе месяце прошлого года. И в сентябре я побыла дома, и в октябре я 8-го уехала в Москву. Считайте, уже 10 месяцев у меня нету дома. Да мы еще не, наверное, купили на роспись. Как ты оказалась в программе аферисты в сетях? А я не помню, там разве есть? Когда шла на проект, чувствовала, что стала участницей. Когда шла на проект, я думала, что я посижу месяц, набью подписчиков и уйду. С такой целью я туда шла. Разделала почти 2 года. Квартиру бабушкину продала 3 года назад, наверное. С бывшим своим съездила, квартиру отдала, деньги ему отдала, и вот такая вот веселая история. Надеюсь, сейчас за мой счет мои деньги с квартиры пошли ему в новую машину. Но это не важно. Привет, Макрит. Спасибо большое. Морально было тяжело на доме 2, потому что ты теряешь себя, и тебе кажется, что мира вокруг тебя больше не существует. И пара совсем нормально они себя чувствуют, чувак работает. Чёрся с Анитой и Крис. Ну, я в нормальных отношениях с Анитой. Но мы не общаемся каждый день. Если что-то там надо, мы можем списаться. Крис? Нет, Кристина там перестала со мной общаться, но я так понимаю, наверное, из-за того, что там где-то с Анитой пересекалась. Вот. Не было у нее желания, наверное, со мной общаться. Насколько я знаю, она даже с Захаровой говорила обо мне, Кристина, что что-то говорила там обо мне, что я вот какой-то там человек. Поэтому мне странно, когда люди так говорят, пусть мне в лицо скажут. Как бы, хотя я к ней хорошо относилась. Нет ли у тебя ощущения, что многие скорее пошел, пользовались тобой, нашел или больше публичности? Ну, дружба со мной всегда была выгодна, потому что ты сразу в кадре и вечно какая-то суматоха происходила. Заметила, что известные участницы Дом 2 в основном красотки, получается, внешность все-таки решает. Не внешность решает, а то, как они за собой начинают ухаживать после проекта. Вот и все. Кто тебе сделал такие ужасные стены в магазине, и это за деньги? А мне нравятся мои стены. Я так захотела сделать такие стены. Если вам не нравятся мои стены в магазине, не смотрите. Другим нравится, вам не нравится. Что думаешь насчет Глеба Жемчугова? Я думаю, что нужно взрослеть и заниматься взрослой жизнью, а не употреблять непонятно что, вот и все. Бухать там или что они там делают. Алена Упонченко вообще кто это? Даже не знаю, кто это. Жалко ли тебе Настя? Нет, я не смотрю эфиры. Вот. Мне правда неинтересно смотреть. Просто там Настя, Насте передавались мои вещи с магазина. Это точно. А так я не смотрю эфиры. Не могу ничего сказать, но если бы пришла, я бы высказала все в лицо, если бы меня спросили, вот кого спрашиваете о многих. Точно, да, я бы спокойно в лицо бы сказала. Да, каждый раз новый голос. Помните, я сейчас проект «Сердце 3 класса». Это новая девушка Глеба. Ребят, я не смотрю проект, и настолько там невзрачные бабы, сейчас не хочу никого обидеть, ни о чем, что даже неинтересно. Я знаю, там есть нормальные еще девочки, которые были при мне, там Мадан нормальная, Букинвальда, кто там нормальная, Захарова осталась, ну, все остальное там мне ни о чем не говорит. Да, есть магазин.
Как вы смотрите, мне интересно, мой сторис? Есть магазин, он в шапке профиля отмечен. Надо написать, наверное, магазин, мой магазин. На дом 2 нет. Ну, как участница, точно нет. Ну, там, если бы пригласили, могла бы сходить. В плане там каких-то советов поржать. Вообще без проблем. Да, полностью с тобой согласна. Мама Настя сбила Яну Захарову. Ну, Янка, я думаю, себя в обиду не дала. Вот. Ты хозяйка магазина, а кто? Как относишься к такой особе, как Полина? Ребят, я вообще не имею понятия, кто это. Какая-то Полина Малина, вообще не имею понятия. Как говорю, я не, ну, если смотрю даже на, по нарезкам, там какие-то бабы невзрачные, непонятные, мод, кроме тех, кого я назвала. Сейчас вообще, я думаю, что не хотят нормально идти на дом 2, потому что там даже нет ни одного нормального мужика, к которому можно прийти, кому там приходить. Кристина использовала тебя в своих целях для мести Феди, прошаренная девочка. Я вам скажу более того, не она меня использовала, это было выгодно нам двоим, вот и все. Давайте, если уже говорить по правде. На доме 2, слушайте, ну я не расист, я... какая разница, какой цвет кожи у человека, который на доме 2. Общаешься с Пашей, сказала, ну с Катей мы переписываемся, я хочу пофотографировать в магазе. Настя средства поставляла от врачей, слушайте, ну мне их прописывали, да. У меня Холиланд хорошо помогает, это косметика. Куча комплексов, работать с мозгами нужно вам в первую очередь. Захарова с Ермаковой голыми сиськами трясут. Слушайте, я к Наде отношусь нейтрально, ничего говорить не буду. Взрослая женщина, что хочет, то и делает. Все, как бы ее право. Хочет хоть не только сиськой голой будет ходить. Если по кайфу, пусть делает, господи. Все, что происходит на доме 2, это... Да правда это? Просто люди есть ёбнутые. Да, Захарова нормально. Валтер на дома хочет, походу не врут. Но Валтер это тот, кто, знаете, как были... Всегда на дома 2 должны были быть бабы для слива. Это те, которые давали просто и держали месяц-два. Валтер такая для нескольких эфиров невменяемых. Нужны такие люди, персоны. Потом их уже никогда не возвращают обратно. Вот, она думала, что она нужна. Ну вот... Ее и не возьмут, потому что это неадекватность. Кристина уже точно интереснее мне. Ну, я вам скажу, нельзя так сравнивать. Они-то тоже умная баба. Они даже чем-то вот в плане каких-то там понятий, мне кажется, они-то не отстают. Ну, я не могу так сказать. Вы просто видите людей с одной стороны. У меня в Украине 2 магазина. Спустись с неба на землю. Выйди с моего прямого эфира, и я, возможно, когда-нибудь спущусь. Да нет, спуститься это те... Вот это как спустись с неба на землю. Это спуститься до твоего уровня. С Юлей. К Юле, да, я очень хорошо к Жуковой отношусь. Хорошая девка, толковая. Балтер Настя. Балтер Настя вообще по психологическим... Если бы психолог ее проверил, я думаю, чтобы ее забрала психиатрическая больница. И я не шучу сейчас с ее показателями. Вот. Просто в какой-то момент я ее пожалела. Поверьте мне, меня просто попросили ее пожалеть. А так бы очень все грустно бы в ее жизни закончилось. Thank you.
Мама не сможет. Охуительно вам, спасибо. Я не вижу ваши вопросы. Продуктивно. Там у нас нет. Стоматолог и отправка вещей девочкам. Надо все отправить. Ой. Очень много заказов, я не знаю, сколько буду сегодня отправлять. Доеду и сразу. Впереди кадр на 60. Как думаешь насчет Ранашвили? Я не думаю, я не смотрю проект, я не могу судить. Надеюсь, не вижу их поведения. Раньше надо... Ну, слушайте, я... у меня драк 7 было. Свадебное платье. Девочки, честно, не знаю, по какому ходить. В общем, без понятия. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. А почему ты себе машину не покупаешь? А хотите мне денег дать? Потому что нам на ту, которую мы хотели взять, не одобрили кредит. Вот и все. Платье не знаю, девочки, вообще не знаю. Сейчас у меня делимобиль в Москве машина, вот. Санит нормально общается, о чем мне общаться с Федей? Ну, как бы, это ненормально.